у меня ухо заклало. На севере Таиланда они собирают ежегодно ковбойские пати, и несколько человек выходят на, как, на арену, что ли, импровизированные с устами, и показывают свое умение друг перед другом, кто лучше. Выглядит это все просто, просто супер. Все одеты в ковбойские одежды. Даже есть там лошадки пасущиеся. И все в стиле в этом. Ого! Ой-ой-ой! Аж уши закладывают. Да, реально, как выстрел звучит. Ого.